по данным Росстата, в 2022 году численность российских туристов и в коллективных объектах размещения возросло на 16,7%. Это в абсолютных величинах почти 10 миллионов человек. Нужно динамичнее развивать качественную инфраструктуру для отдыха в нашей стране. Причем ориентироваться здесь не на текущие цифры, а на то, что турпоток будет и дальше увеличиваться.